Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Звук Б в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Эти люди ценятся окружающими за их великодушие, благородство и щедрость. Они постоянно живут делами других и часто по отношению к своим знакомым и друзьям играют роль человека, которому можно поплакаться в жилетку. Такая забота о ближних нередко вредно отражается на их обязанностях перед собственной семьей. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Несомненным парадоксом является то, что владельцы этого имени несут огромную потребность в независимости. В мирной жизни типичные представители этого числа также довольно часто ввязываются во всевозможные стычки и конфликты. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Звук Л говорит о сильно развитых родственных чувствах. Люди с буквы М стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.